Сегодня у нас 16 июля 2017 года. Это поселок Потеряевка. У нас Сергея Павловича собачки сидят за вольером. Вот Игнат нас освобождает место. Вот наконец-то бежит трактор, которому мы так дождаться не могли. Трактором сейчас пройдется и все. Чтобы видел. Он сейчас маленько с корешками ее прям срежет. Не надо ничего не делать. Он перед окном ставит. А он сейчас срежет себе местечко сделает. Вот машина приехала. Он сейчас срежет это все. Политранс. Что за иначе? Добрый день. А что это? Брызгалка. Это никогда не признаем. Понятно. А как это? Она вредна. Никак. Так. Не кусает? Кусает, но она на пользу. Добрый день. Во вред, когда вот это впитывается в человека отрава. Вредно. А она где такая? У вас рога не так будет. А рога не так. Да, ну это надо расширить. Нам углубить надо. Я то Алексею говорю это самое автокрана и по грейт верняков. Но понятно. Кусок его потянуть. А этот ему веревка не разбить, такая же. Я уже их прикупил, как-то провел. Да, двигатели прикупить, слушать. Ну, знаете, вы только долго работали, все ехали по-хорошему, отношения. Хорошо. Мы вот звонили, надо, мы сейчас только раз, по-моему, еще там женой не воды. Да, у Лешки что-то там это. Да. По-честному, у меня разглядывали, что заранее на старую заправку, то есть что-то не показать. Я пришел еще. Со Сватом договорился, нас привез. Он сейчас привезет купон компакта, еще литров 100 заберет в чисто, чтобы было это. Он позвонил, что там труп перекрыл, Паша, я тебе вчера хотел сказать. Отклонись под средний ось. Внутренний болот, иди сюда, отсюда. Вон тот, вон тот, второй. Нет, Саша, нет, средняя ось. Вон тот, вон. Порванная. Ниже, смотри, что. А я вижу. А я по асфальту еще ехали.
за рельса лежит, там за рельса лежит. Мы поймали. Вот, брат, чем можно так. Ловить крыльцы. Там дерево. Вот второй телефон, видишь, как дома? Да, я. Да. Можешь оборвать. Наверное. Да.